Примерно 5 минут назад один из российских телеграм-каналов сообщил нам ужасную новость. Многие зарыдали, многие шокированы от этого известия. Нам стало известно, что российская певица Мария Зайцева на данный момент находится в одном из реанимационных отделений города Москвы. Она находится в коме. Оказывается, утром с ней случилась большая авария. Она на перекрестке не справилась с управлением и на большой скорости врезалась в грузовик. Ее уже без сознания скорая забирала с места ДТП. Информации пока очень мало, друзья. Мы упорно следим за развитием событий. Как только что-то прояснится, мы сразу же об этом расскажем вам. Поэтому рекомендую вам подписаться на наш канал. Следите за нашими новостями, друзья, и будьте всегда с нами. Мы не прощаемся, мы лишь говорим вам до скорой встречи, дорогие друзья, на нашем YouTube-канале.